На селе основной формой трудового обучения являются ученические производственные бригады. Первые в нашей стране такие бригады родились 25 лет назад в Ставропольском крае. Сейчас их здесь уже 260, и воловая стоимость производимой ими продукции исчисляется многими миллионами рублей. Школьники проводят большую исследовательскую работу. В одном только Кировском районе края по заданию ученых ими было поставлено 52 опыта. 5 из них внедрены в производство. Бригада имени Гагарина награждена за эти работы премией Ленинского комсомола. Масштабно и интересно проходят на Ставропольщине ежегодные конкурсы юных животноводов, пахарей,